Мышь и крот. Поговори со мной. Поговори со мной, крот. Поговори со мной. О чем? О чем угодно. Я не могу думать о чем угодно, мышь. Дай мне несколько идей. Ты мог бы спросить, что мы будем делать завтра. Что же мы будем делать завтра? Что ж, если будет погожий день, мы отправимся на пикник в лес. Мы сделаем бутерброды с сыром и огурцами. И мы возьмем нашу новую корзинку для пикника с чашками, блюдцами и тарелками. Так и сделаем. А что, если завтра день будет пасмурным? Если день выдастся пасмурный, мы зажжем камин из яблоневых дров. Мы будем сидеть в уютных креслах, жарить каштаны и поджаривать кексы. И запивать все горячим шоколадом. Так и сделаем. Но что, если день будет обычным? Тогда мы сделаем что-нибудь обычное. Мы приберемся. Так и сделаем. Спасибо, что поговорил со мной, крот. Все в порядке, мышь. Ну что, какой там день? Дикий и зимний. О, в таком случае останусь в постели. Не волнуйся, крот. Я разведу огонь из яблоневых дров в гостиной. Он заставит тебя встать. Яблочный дым. Я ненавижу эти дикие зимние дни. Все, что можно сделать, это усесться у огня. Мы можем больше, чем это, крот. Мы можем испечь кексы. Мы можем поджарить каштаны. Хорошо, я голоден. Это недолго, крот. Печеные кексы. Жареные каштаны. Вот. А есть еще, мышь? А еще есть? Я слишком много съел, мышь. Завтра я буду есть только салат. Это хорошая идея. Это точно. У нас есть какой-нибудь салат? У нас есть морковь, редис и шпинат. О, тогда зачем ждать? Ну разве я не молодец? Я съел весь этот салат. Я думаю, что заслуживаю добавки. Приготовь несколько кексов, мышь. И еще несколько каштанов. В конце концов, зимние дни не так уж и плохи.